Я же говорю, хороший. Здравствуйте, а вы кому? Как кому? Я пришла на конкурс красоты. А, конкурс красоты? Это же для маленьких. Ну а что? Я как раз маленькая и красивая. Нет, для совсем маленьких. И ты не очень-то красивая. Что? Правда ведь, Барби? Челси, мы должны предоставлять возможность участвовать всем желающим. И, по-моему, это милое существо очень даже симпатичное. Да? Ага, я красавица. Добро пожаловать на конкурс красоты. Извините, пожалуйста. Кто это еще? Это я, Купер. Можно я тоже буду участвовать в конкурсе красоты? Если Тихоне можно, пожалуйста. Я такой красавчик. Я же красавчик, Тихоня. О, да, ты красавчик. Какой ты смешной. Но это же конкурс для совсем маленьких. Да, смотри, какой я маленький. Даже собачка меня любит. Но если папе сказала, ей можно, значит и тебе можно. Барби, Челси, там столько участниц. Вы не представляете, их там так много. Да, и я тоже только что видела, там их очень-очень много. Да? Скорее зовите их сюда, пусть приходят на регистрацию. А вот и они. Встречайте маленьких конкурсанток. И вправду, их так много. Смотрите, сколько куколок-клон маленьких сестренок пришло участвовать в конкурсе красоты. Давайте скорее их всех подготовим к конкурсу. А для этого нам нужно их достать из этих шариков. О, смотрите, кто это? Это же маленькая Супер Биби. И она сегодня наденет на конкурс красоты вот такой вот красивый шарфик. И с симпатичной сумочкой. Моя сестренка сегодня будет самой красивой. Ты не волнуйся и самое главное знай, ты самая красивая. Ну, она красивая, конечно, но я тоже ничего. Следующая участница, это же девочка Глэмстронет, маленькая Глэмстронет. Самой модной на этом конкурсе будем мы, правда? Почему это? Потому что наш наряд просто космический, вот. И мне нравится эта космическая красотка. Ну а мы с вами посмотрим, может быть кто-то еще есть красивее? Это же маленькая Босс Квин. Так, все, слушайте меня, я сегодня должна быть первой, и все тут, попробуйте кто-нибудь меня обогнать. О, тогда получите, слышите, получите. О, вот деловая колбаса. Литл Босс Квин, попробуйте только меня обогнать. Кто еще это? О, Босс Квин, ты, пожалуйста, не ругайся, я просто на конкурс взяла твою сумочку. Я не ругаюсь, но ты должна была меня спросить, понятно? Спросить надо было. Ну ладно, я больше не буду. Хорошо, я тебе желаю удачи, потому что я буду очень сильно за тебя болеть. Постарайся выиграть. А если выиграешь, я тебе еще другую сумочку дам. Вот. О, тебе точно мне надо выиграть. Обязательно выиграю. Но пока все равно я самая красивая. Посмотрим, ребята, кто еще нам попадется. Литл Панки. Маленький мальчик-красавчик Литл Панк Бой. Девочки, вы такие все очень-очень красивые. И ты красавица. И ты красавица. А я? И ты очень-очень красивая. А я? Ну, насчет той мамасы я все сомневаюсь. Но выиграю сегодня я. Потому что я один-единственный здесь мальчик. А, нет-нет-нет, простите, извините, секундочку. Я здесь тоже мальчик. Я не девочка. Как, может быть, некоторые считают здесь. Ну ладно, что ты. Из нас красивых мальчиков самый красивый я. Ну согласись, Не знаю, ты самый красивый, да? Конечно, я красавчик. Ну а мы с вами, ребята, посмотрим, единственный ли это мальчик нам сегодня попадется. Достанем еще шарик. Вот кто нам попался. Маленькая Шортстап. Я тоже писала на конкурс красоты. И правильно сделала. Теперь ты будешь не только самый быстрый и смелый, но и самый красивый. Да? Поверь мне, своей старшей сестре. Удачи. О, сколько у нас разных конкурсантов, и каждый из них очень красивый. А вы, ребята, выберите, за кого вы болеете. А если еще не выбрали, то, может быть, будете болеть за кого-то из этих шариков. О, и вот она. Я самая красивая, и все, я умею хорошо петь. Вот. И что теперь? Надо было тебе идти на другой конкурс. Тебе надо было на конкурс «Голос» идти, а не сюда, певица. Слушай, сестренка, ты на нее внимания не обращай, она завидует. Вот. Потому что не умеет красиво петь. Петь не умеет красиво. Ха-ха-ха. Хотелось очень мне песни здесь распевать, вас дурацкие. Тоже мне певицы наслись. Ну, однозначно, в этом конкурсе буду победителем я. А я все равно победю. Пойду, подготовлюсь. Продолжаем открывать панк-бой. О, еще один конкурент. Почему это конкурент? Я здесь самый красивый. И все тут. Ха-ха, слышал? И теперь у нас, ребята, 3 мальчика. Ну-ка посмотрим, может, еще один мальчик попадется нам в следующем шарике.
это же маленькая Flower Child. Вот она нам попалась. Привет. Сестренка, здесь красивее тебя никого нет. Почему? Потому что ты красивее самого красивого цветка. И потому что я тоже очень красивая, и я твоя старшая сестра. Ничего не красивая. Заберешь себе всякие косички, и здесь красавица тебе хочет стать. Ой, я боюсь. Ну, конкуренты настроены серьезно. Посмотрим, кто еще будет участвовать в этом конкурсе. С блестящими волосами и блестящими трусиками. А пока у нас была блестящая только Босс Куин. Вот ее сумочка. Зато у нее пустышки нет. А мне и не нужна пустышка. Я уже на роликах катаюсь. Хорошо, я тебе сегодня разрешаю носить мои ролики. А потом их обратно поставишь, ладно? Ладно. Ну все, ты самый красивый. Фу, удачи. О, сколько у нас еще шаров осталось, ребят. Ну-ка посмотрим следующий шарик. О, какая сумочка. Alphabet Chicken Noodle Soup. Кто любит Chicken Noodle? И сумочка тоже по бокам зашнурована. Прям как у Independent Queen. Маленькая Бедник Бейб. Вот это да. Мне она нравится больше всех. Ты самая-самая красивая. Красивая и такая хорошенькая. У нее сумочка дурацкая. Какой-то еще суп. Фу, а я очень люблю Chicken Noodle Soup. Продолжаем. Посмотрим, какая еще красотка в этом шарике. SPF Cutie. И мне кажется, она меняет цвет. Красивее тебя здесь никого нет. Ты самая яркая. И у тебя самый лучший загар. Так что не бойся, ты победишь. Угу. Baby. Смотрите, ребята, сколько у нас конкурсантов. Их так много. Следующий участник. О, какая классная сумочка. С черепом. Один череп с маской, а другой без. Little Sleepy Bones. И видите, она нарисована здесь на шарике. Это как раз Little Sleepy Bones. Ты бойся всех спит, а это значит, что ты самая красивая. А кто мало спит, тот совсем некрасивый. Эй, ребята, сейчас я вам расскажу страшилки. О, давай страшилки, я буду слушать. Очень интересно. И я люблю страшилки. И я тоже. Что за народ здесь собрался? То ли танцевать, то ли истории рассказывать. Здесь же конкурс красоты. О, у нас осталось еще немного шариков. И посмотрим, кто спрятался здесь. Сумочка, кислород и магнезиум. Очень умная девочка. Ой, смотрите, кто нам попался. Это же маленькая PhD-BB. И смотрите, у нее какая-то клякса на груди. Сестренка, мы самые умные, а значит самые красивые. Угу. Только скажи, почему я в очках плохо вижу? Хорошо, надень, сразу будешь нормально видеть. Поправим ей очки. О, теперь хорошо. И посмотрим, кто еще нам здесь попадется. Вот она, красавица. Теперь у нас две маленькие шортстоп. Осталось два шарика. О, какая цветастая сумочка. Юникорн, little unicorn. С золотыми очками. Вот так. Ты у меня волшебно красивая. И последний, ребята, конкурсант. Кто же здесь нам попался? Точно такая же девочка. Моя девчонка красивее. Нет, моя. Нет, моя красивее. Я сказала моя. Моя. Ну а теперь, ребята, самое главное, давайте проверим, как они меняют цвет. Итак, единорожки. Без очков. В холодной воде они обе меняют цвет. Смотрите, что происходит. У них трусики как будто бы в розовом конфетти. На щечках сердечки и волосы такие становятся розовые. А сзади... О, и сзади крылышки! И в теплой водичке это все исчезает. Вот такие они хорошенькие. Маленькая Sleepy Bones. В холодной водичке. О, ее волосы становятся темно-синими. Спереди и сзади у нее видны ребрышки. Как будто бы она скелет. А с одного глаза стекает тушь. О, страшная девочка. Но если мы ее окунем в теплую водичку, то она будет обычной Sleepy Bones. Маленькая Бятник Бейб в холодной водичке. О, у нее появляется костюм и волосы желтеют. А трусики становятся полосатыми. И в теплой водичке это все исчезает. Маленькая Супер Бейб в холодной водичке. Посмотрите, в какого супергероя она превращается. На трусиках появляются точечки. Она в перчатках, ботинках и маске. Вот такая девочка. И в теплой воде это все исчезает. Маленькая PhD-BB с плохим зрением. Опускаем в холодную водичку. И в кого это она превращается? Какая красавица! И все-таки какая-то клякса у нее на груди. А трусики полосатые. И, конечно же, все это исчезает в теплой водичке. Маленькая деловая Босс Квин в холодной водичке. И она меняет цвет. У нее появляются штанишки, молния на груди. И наверху какой-то бантик.
И в теплой водичке она становится обычной. Необычная я, королева. Маленькая Глэмстронат. У нее появляется костюм, звездочки на щечке и волосы темнеют. А еще на трусиках, посмотрите, у нее сзади появляется Сатурн. И в теплой водичке все это исчезает. Мальчики, Little Punk Boy в холодной водичке становятся крутыми мальчиками. У них появляются пятнышки на голове, полосочки на одном глазу, костюмчик. Ирокез становится фиолетовым, а на трусиках череп. И в теплой водичке это все исчезает. Что же делают девочки шортстап в холодной водичке? И они меняют цвет. Это настоящие бейсболистки. Полосатые трусики и маркировка на лице. А сзади на трусиках тоже полосочки. И в теплой водичке все исчезает. Посмотрим, что делает Flower Child. В холодной водичке у нее появляется купальник с цветочками. Трусики розовые, сапожки и сзади тоже цветок. А волосы, два пучка, становятся оранжевыми, а сами желтеют. И, конечно же, все это исчезает в теплой водичке. Обе Little Shortstop меняют цвет. Flower Child меняет цвет. Посмотрим, что делает Grunge Girl. В холодной водичке ее волосы становятся темно-фиолетовыми, дырочки на кофточке, джинсовые трусики и капроночки. А сзади на трусиках смайлик. И в теплой воде это все исчезает. Маленькая SPF Cutie, розовые волосы, сердечки. И посмотрите, какой купальник, горошек и такой стильный, красота. И все в теплой водичке исчезает. И осталась маленькая Independent Queen. В холодной водичке у нее тоже появляются звездочки, как будто бы купальник, и полосатые то ли штанишки, то ли капронки. И все это в теплой водичке исчезает. Вот как много участников на конкурсе красоты, и даже не зная, кого выбрать. Кто будет победителем из всех этих красавчиков и красавиц? Можно дать первое, второе и третье место. А вы, ребята, скорее пишите в комментариях, кто же займет первое, второе и третье место. Если честно, я очень хочу, чтобы моя любимая Бятник Бэй пошла в это число. Ну а вам, ребята, кто же нравится больше всего? Скорее напишите. Очень хочу отправиться в летний лагерь. Мигнай. Завтра готов, спускайся. Ну все, надеюсь, мое желание сбудется. Мои любимые вафельки. Кушай, кушай, дорогая. Скоро ты поедешь к бабушке, и там наверняка такого есть не сможешь. К бабушке? А я в летний лагерь не поеду, мама. О, в этом году, наверное, нет. У нас не хватит денег для летнего лагеря. Как же так? А я мечтала о летнем лагере. Ну что ты, у бабушки тоже очень весело. Да, и она очень соскучилась по тебе. Угу. Что же мне делать? Все, мам, я наелась. Мне нужно кое-что проверить в интернете. У бабушки же нет интернета. Эх, дневничок, дневничок, кажется, наши планы кто-то с тобой хочет обрушить. И что же мне теперь делать? Надо подумать. Я не могу поехать в летний лагерь только потому, что у нас нет денег. Значит, я их должна заработать. Как же мне их заработать? Посмотрю-ка в интернете, как люди зарабатывают. Сдаю квартиру в аренду. А я могу свою комнату в аренду сдать. Сейчас зарегистрирую свою комнату. Так, где этот Airbnb? Ага. Комната в аренду. На дни и сутки. Готово! Осталось только дождаться посетителей. Надо мне красиво одеться. А может быть, я что-то из одежды могу продать? И это черное платьишко мне нравится. Как раз в нем я сегодня и буду. И мне нравится это платьишко у Midnight. Итак, наденем его. И черные туфельки на каблучках. Ну вот, теперь какая я хорошенькая. О, как раз это платьишко я могу продать. Я его давно не одеваю. Я заработаю много денег и поеду в лагерь. О, первый заказ. Midnight, к тебе пришли. Мам, ты не бойся, это мои подружки. Они поживут у меня один день. Ладно, хорошо, но не забывай, что послезавтра ты едешь к бабушке. Ладно, мам. Мои денежки. Здравствуйте, да, заходите, заходите. Посмотрите, кто пришел переночевать в комнате у куколки Midnight. 5 маленьких сестренок, которые решили остановиться у нее. О, вас так много. Что же мне делать? У меня только 2 кроватки, они все не поместятся. Что же делать? Но я бизнесмен. Так, надо что-то придумать. В нашем доме это не единственная кровать.
У мамы еще есть кровать. Очень рада вас всех видеть у нас. Пожалуйста, пройдите на кухню, и сейчас я все вам организую. Хорошо, спасибо. Очень рада, спасибо. Итак, маленькие сестренки пока на кухне, а что же собирается делать Миднайт? Отлично. Что отлично, Миднайт, что отлично? А это секрет. Знаешь, мам, звонила бабушка, и она сказала, что ждет вас с папой. Она вам купила какой-то подарок. О, так ты, может быть, с нами поедешь? Ах, да, у тебя же подружки пришли. Ну, хорошо, сказала приехать, значит, мы с мамой поедем. Только она сказала вам остаться с ночевкой. С ночевкой? Угу. И, пожалуйста, мама, вы только сразу не спрашивайте у нее про подарок, а то некрасиво получится. Она мне это сказала по секрету. Ладно, дорогая, конечно, не будем. Мне еще нужно сходить на кухню и сделать сэндвичи в дорогу. Не надо, мам, я уже сделала. Вот здесь все готово. О, ну ты молодец, Миднайт, спасибо. Пожалуйста, скорее езжайте, ведь вас бабушка уже заждалась. Ну все, тогда пока. Пока. Пока, солнышко. Пока. Пока, папа. Ну все, теперь целый дом в полном моем распоряжении. И я заработаю много-много денег. И поеду в лагерь. Ну что, ребят, родители уехали, и мы начнем размещать этих маленьких сестренок. Первый шарик. О, точно, даже прическа один в один, как у Waves. И вот как выглядит ее старшая сестра. Здравствуйте, а мне в какую комнату? Я тебя поселю в свою комнату. Ты где любишь спать, сверху или снизу? Сверху я боюсь, снизу. Итак, уберем ее туфельки в сумочку, в ее багаж. Что-то я спать хочу. И положим ее на нижнюю кроватку. Так, а кто любит спать наверху? Я люблю спать наверху. Как раз на верхнюю полочку мы разместим вот этого посетителя. Маленькая Go-Go Girl. Наденем ей очки. Это я люблю спать наверху. Ты будешь спать в моей комнате. Наша девочка будет спать на верхней кроватке. И рядом повесим ее шапочку. Привет, ты чего там спишь? Всю ночь не спала, играла? Давай вместе играть, а то мне скучно одной. Давай, а как? Пятки? Я побежала прятаться. Хорошо, я считаю. 1, 2, 3, 4, 10. Я иду искать. Где же она? Кто-то, кажется, где-то спрятался. И очень-очень плохо спрятался. Насла? Насла. Это потому, что у меня такие большие очки. Теперь я прячусь. Давай, я считаю до 10. 1, 2, 3, 4. О, очистка полилась. Как же теперь ее закрыть? Еще сильнее полилась. Ай-яй-яй, что ты мне делать? Что ты мне делать? Спрячусь в комод. Игрушки всякие. Следующий может спать в зале. Кто хочет в зале? Посмотрим, кто хочет спать в зале. Вот она, маленькая шоу-бэйби. Little шоу-бэйби. Будет спать на верхнем ярусе. А кто же будет спать на нижнем? Маленькая Little Sprints. Добро пожаловать в мой дом. И она будет спать на нижнем ярусе. Проверим, меняют ли эти куколки цвет. Маленькая девочка Little Waves меняет. У нее трусики становятся темно-синими, сзади ракушечка, впереди купальник появляется, сосочка фиолетовая и волосы тоже темно-фиолетовые. Красавица. И в теплой воде это все исчезает. Маленькая Go-Go Girl в холодной водичке, и она меняет цвет. Волосы становятся алыми, трусики в клеточку и на щечке цветочек. Ах, и в теплой водичке это все исчезает. Маленькая шоу-бэйби в холодной водичке, и она меняет цвет. У нее появляется невероятный костюм, волосы становятся темно-розовыми и бордовые сапожки или носочки. И в теплой водичке это все исчезает. Маленькая спринц тоже меняет цвет. Темно-коричневые волосы, спортивный костюм, повязки на руках. И все это исчезает в теплой водичке. И маленькая единорожка в холодной водичке тоже меняет цвет. Волосы у нее становятся темно-розовыми. Сердечко на щечке. Трусики в декоративной посыпке. Крылышки и носочки. И обычная девочка. Ну как, у вас здесь все хорошо? Вам все нравится? Да, очень. Только я не могу найти свою подушку. Она спряталась? Спряталась, значит. Так. Сейчас я помогу найти. О, моя старая игрушка. Она же лежала в комоде. Дайте-ка мне посмотреть. Очень хорошая игрушка. Она мне очень нравится. Нравится? А я с ней давно не играю. Я могу ее вам продать. Хорошо, я ее купью. По
положим эту игрушечку маленькой Waves в ее сумочку. Вот так. Кто-то должен быть здесь. Mm-hmm. А вот и нашлась. О, я так устала здесь сидеть. Я думала, ты меня никогда не найдешь. Ну, отлично, значит, все нашлись. А мне нужно забрать мой компьютер. О, у вас такое красивое платье. Моей сестре бы оно подошло. А я могу его продать. Я его давно не ношу. Оно почти новое. Вместе с теми туфельками. Да, и туфельки красивые. Я их куплю. Я куплю и платье, и туфельки. Ура! Достанем это красивое платье. Ох, какое нарядное. И туфельки. Отличный подарок сестре. О, я сама в нем очень красивая. Только жалко мне туфельки босые. Ну так, если постараться, можно и их надеть. О, вот так. Угу, красавица. Итак, сколько же я сегодня заработала? Хватит, чтобы поехать в летний лагерь. Ура! Я еду в летний лагерь, Ах, мама с папой обрадуются. Вот так вот, ребята, девочка Миднайт заработала себе на путевку в летний лагерь. А как еще она могла бы заработать денег? Скорее напишите в комментариях. Я думаю, можно было бы еще выгулять собаку соседей, посидеть нянькой у кого-нибудь. А мне понравилось сдавать в аренду и продавать. О, кстати, я еще могу сдать кому-нибудь в аренду свой велосипед. Ведь мне он не нужен будет, когда я буду в летнем лагере. Вот такая интересная девочка Миднайт. Ну все, ребята, пока-пока. И если вам понравилось со мной играть, переходите в следующее видео. Вот в этих видео будем дальше играть.